В Казахстане заработало велотакси. Пока их всего 10, и все в Астане. Курсируют по левому берегу в районе монумента Бойцы рек в Центральном парке. Идея создания казахстанского велотакси принадлежит двум столичным энтузиастам. Кстати, транспорт они собирали сами, вручную. В пилотном режиме проект работает недолго, но уже вызывает интерес. Люди катаются с удовольствием. Воспользовалась услугами велорикши и моя коллега Гаухар Сарсенбаева. Она поделится первыми впечатлениями. Карета подана, у руля велорикша. Еще месяц назад такой транспорт на улицах Казахстана невозможно было даже представить. А вот два молодых инженера, Амирхан Ашенов и Каирбек Джусамбаев, смогли таки воплотить свою мечту в реальность. Правда, ушло на это больше 3 лет. Сначала копили деньги, потом укомплектовывали кареты вручную. И вот первые 10 экипажей велотакси уже завоевали популярность среди гостей и жителей столицы. Сама прогулка на таком транспорте – это хороший вид отдыха. Мы с удовольствием проехали по городу, как будто по-новому увидели Астану. А ведь я коренной житель столицы. И даже для меня это в диковинку. Эмоции не передать. Такси! Прокатиться с ветерком на такси не с непривычными шахматными шашками, а вот в такой вот роскошной карете можно будет совсем скоро в любую точку Астаны. Проект, известный во многих странах мира, уже скоро обретет свой казахстанский стиль. На крыше установят шаңырақ, а борки декорируют национальными орнаментами. Поездка по городу может обойтись до 2000 тенге в зависимости от расстояния, ведь главные затраты – человеческие силы. За рулем этих несложных механизмов простые студенты, подрабатывающие на летних каникулах. Свежий воздух и простое человеческое общение делают работу интереснее, говорят они, и делятся другими секретами. Мне очень нравится эта работа. Я людей катаю по городу. Людям тоже нравится. Вообще кататься на велорикше не тяжело. Она для развития мышц и ноги качаешь. Вырабатывает энергию дополнительный моторчик на велорикше. Это уже доработка наших инженеров, наука в помощь бизнесу. Транспорт экономичный и безопасный. А впереди еще более грандиозные планы. На выставке Экспо 2017 использовать наше велотакси в качестве такси для гостей нашей столицы, показать нашу столицу с другого ракурса, не с автобуса, не с автомашины, а именно с велотакси. Мы планируем, конечно, чтобы наши велорикши не просто были водителями, но и проводили экскурсии на 3 языках, на английском, на русском, на казахском. На реализацию этих планов есть еще 3 года. Была бы финансовая поддержка, а идеи по совершенствованию проекта у нас найдутся, говорят молодые предприниматели. Например, сеть велотакси может появиться еще в Алматы и Караганде. Гаухар Сарсенбаева, Манжол Байгазин, Астана.